год назад, когда я шел по городу Хельсинки и думал о том, что хорошо бы мне в коллекцию получить пару старых Вогов 50-х годов, потому что в России их не сыскать днем с огнем. И так получилось, что я бросил действительно случайный взгляд на витрину небольшого книжного магазинчика, мимо которого проходил. И остановился тут же, вскопав асфальт всеми четырьмя лапами. Потому что в витрине стоял, правда, не Вог, а Harper's Bazaar. Но меня в тот момент это не волновало. Одно ли, другое, третье. Влетаю в магазин, как ОМОН на захвате бухгалтерии, и спотыкаюсь в огромную пачку журналов, лежащих прямо на полу. Ну, я думал, что такое бывает только в сказках. Однако это было действительно так. Это была целая пачка старых Вогов, Официелей и немножко Harper's Bazaar. Когда я спросил у хозяйки, откуда взялось такое великолепие, она сказала, что в доме напротив чистили подвал. А в доме напротив когда-то было одно из первых модных ателье города Хельсинки. Хозяйка была женщиной не бедной, поэтому вместе с мужем они выписывали все послевоенные парижские модные журналы, которые тогда выходили. Чем интересны Воги того времени? Дело в том, что тогда в Париже начинала целая серия мэтров, которые тогда не были мэтров, которые были нахальными, молодыми, голодными ребятами, снимавшими не менее тогда молодых, нахальных, еще неизвестных парижских кутюрье. И вот эти все страницы, они подлинные, им сейчас больше 60 лет. На них отпечатки людей, ставших легендами. Вот, например, эта фотография Аллы Ильчун. Это любимая манекенщица Кристиан Диор. Снятая, естественно, около особняка на улице Монтень. Например, съемка, сделанная Арсаком в кабаре Crazy Horse. Это платье от Кристиан Диор. Вот эта фотография, она хрестоматийная. Она обошла все книги о фотосъемке и о моде Кристиана Диора того времени. И вот это действительно страница из журнала Vogue октября 1957 года. Так что вы сами можете посчитать, сколько ей лет. И вот она в таком совершенно замечательном, великолепном состоянии.